Жители региона Шампань-Арден всерьез озаботились распространением французского в Орловской области. 1 сентября заезжие миссионеры открывают центр изучения своей культуры и языка. Учить заморским словам, правда, будут преподаватели ОГУ, с которым Шампань-Арден сотрудничает уже 20 лет. Очень многих учебно-методические комплексы тоже исключительно французские, которые соответствуют современным требованиям и которые используются ведущими школами мира. Курсы будут платные, но цены будут минимальные. Все серьезные расходы возьмет на себя администрация Шампань-Арден. Там свой альтруизм объяснили мистическими причинами. И если существуют отношения между Орловской областью и регионом Шампань-Арден, то это еще и благодаря тому, что в космосе есть такая астральная связь между русскими и французами. И не исключено, заметили гости, что и во Франции появится центр изучения русского языка. Правда, когда, не уточнили.